Так, нахожусь на Левобережке, станция метро. Впереди видно вон торговый центр Левобережный. Рядом гостиница «Турист» со времен Советского Союза. Одна из последних, видимо, построенных. К Евровидению музыкальному была отремонтирована. Сейчас он беленько, красивенько стоит. Ну, снимаю вечерком. Но все равно видно, что опрятная гостиница. Да, рядом площадка автомобильная. Остановка общественного транспорта. На остановке кофеечек, пожалуйста. И цены указаны 20-10 гривен. Это ни о чем. Иностранцы удивляются, что у нас цены такие на кофе. Ну, порции маленькие, но кофе неплохое, качественное. Вот это кольцо возле метро, развязочка. Там дальше за пешеходным переходом опять автобусы желтенькие стоят, маршрутки, остановочка. Ну, дальше обменный пункт, Ева-магазин. Как всегда, возле метро. С той стороны Макдональдс. Вдалеке видно Рошен магазинчик. Пицца. Как всегда. Как везде, возле метро в Киеве. Сразу местная торговля активная. Поток людей, место всегда хорошее. Ну, а сейчас подойдем к самой станции метро. К одному из входов. Тут их, в принципе, два. Через дорогу не буду переходить. К одному из входов подойду. Ларечки, киоски. Вон Рошен видно. Магазинчик. Кто за тортами? Гостинцы. Это всем туда. Ну и вот мы направляемся к метро. Люди уже едут с работы. Так что сейчас будем работников встречать. Музычка, реклама, шляпки, дёшки. И вот уже поверху идет метро. Левобережка, дальше уже по левому берегу метро под землю больше не спускается. Все время идет поверху. Вот метро станция Левобережная. Обозначается в Киеве зеленой буквой М, все везде. Сразу же это торговый центр Левобережный. Сеть Космо, сеть аптека АНЦ. Сам Левобережный торговый центр. Сеть Остин. Обмены валют. Ну и вот еще раз гостиницу с этого ракурса сниму. Жильцов, видимо, немного. Светится немного окон. Ну, навстречу сейчас зайдем. Будем встречать людей.
Упс. Вот будем здесь встречать, чтобы не промазать. Слева вход. Люди заходят. Карточки. Я даже не знаю, как сейчас покупают, не покупают. Карточкой рассчитываемся. Вот это с этой стороны вход. Торгуют прессой. С этой стороны выход. Сейчас. Панно. Старый Киев разрисован. Так, ну будем уже встречать. Побежала, даже не дивишься, да? Ты что ж? Встречаю. Да, ты идешь и не бачишь, да? Я потому что ж тебе не питала. Ну як же, мы ж на улицу бегу. Ні, мы ж с тобой домовлялися, мабуть. Ну ми домовлялися. Ну а це ж є тут. Все, я тут уже чуть-чуть левобережечку снял. Так, что, куда пойдем? Все.